Доброго ранку, я Ірина Федоровська. Сьогодні ми знову у гостях у кухара-аматора, у нашого друга Олександра Чхайла. Доброго ранку. Доброго утра. Як завжди, щось вигадуємо, фантазуємо, готуємо на нашій кухні, а ви занотовуйте наші рецепти, і ваші ранки будуть по-справжньому смачними. Що ми готуємо сьогодні? Сьогодні ми готуємо класичне блюдо. Це будуть у нас жарені драники зі сметаною і шампіньонами. Одна з моїх найулюбленіших страв – українська така. От. Чисто українська, так. Давайте. Ірина, пропоную вам натереть картофель. Картофель вже почищений, да? А я поріжу мелко лук. Основний інгредієнт. Могу вам показати секрет нарізання лука, да? Обычно, когда разрезают пополам, убирают хвостик, когда режут лук, он распадается. Хочу вам показать, как делать так, чтобы он не распадался. Делаем вот такой вот надрез напополам. И потом ножом вот так вот снизу, не до конца доводим. Раз, два, три, чтобы он не распадался. Потому что тереть не будем, у нас в дранике он должен пойти мелким. Он остался у меня и получился, видите, один в один. Давайте я вам помогу. Да, допомагай. Давайте я вам помогу, да. Змінюємось місцями. Засипаем лук, цибульку, так или так. Змішуємо. Ну, процес доволі швидкий. Зараз все швиденько змішаємо і вже можна і обсмажувати. Хочу вам відкрити один секрет. Вот вы сейчас, наверное, все видите, я сбрасываю лук, и вот это мучаюсь с этой борозочкой. Просто я люблю очень сильно эту доску, это любимая доска, но для вас, мои любимые зрители, я вам расскажу так, что доски, которые не имеют борозочек, это для овощей, для чего любого угодно, а с борозочкой это мясные доски. Когда мы работаем с мясом, стекает сок с него, чтобы он не попадал на стол, попадает в эти борозочки. Ну, просто я люблю сильно эту доску, поэтому я на ней делаю просто все, кроме рыбы. Теперь будем знать этот секрет, да. Потому что я не знала теж цього. Так. Ірина, прошу вас. Знову ви, момент. Да. Тепер ви. Ми сьогодні рокіруємося, як в шахматах. Да. Предлагаємо вбити яйцо. Интересная у нас такая картошка. Обычно по рецепту, если она дает слишком много сока, нужно отжать ее, убрать сок, чтобы оно было. Но в нашем случае как-то картофель попался, не дал много сока. Наверное, из-за того, что мы просто терли на крупную терку. Если бы мы терли... Да, кто-то любит на крупную, кто-то любит на мелкую терку. В нашем случае, если мы терли на крупную терку, то не надо слишком делать их толстыми, наши драники. Наша маса уже готова, мы готовы ее обсмаживать и формувати наши драники. Предлагаю перед тем, как будем жарить драники, я быстренько нарежу наши грибы, потому что мы добавим их. Обычно грибы могут резать мелко, но я хочу сегодня их обжарить в такую форму и просто положить сверху на драник. Вже посмажили наші драники, ось такі вони золотенькі, запашні, дуже гарні вийшли у нас і грибочки разом з ним. Олександр, не можу не запитати, якісь секретики смаження, напевно, що вони є, ви їх маєте ділитися. Звісно, так. Є перший секрет, це обов'язково, коли ми зробили, скажімо так, фарш із картофеля, лука для наших драників, ми повинні його обжарити, щоб убрати сок. Второй секрет, если мы хотим сохранить хрусткость, необходимо их выкладывать не один на один, а по всей плоскости отдельно, чтобы они не запарились. И третий секрет, если было много масла, мы ложим его на пергаментную бумагу, чтобы бумага забрала жир с драника. Это, в принципе, три основных секрета, которые вы должны были знать. Наши драники готовы, мы готовы их уже полить сметаной, выложить в них грибы и посыпать нашей зеленью. Смакувати. Да? Давайте скорее, да? Дуже хочется. Да, давайте. Выкладываем. Сметанку. Сметанкой, да, так. Вот сделаю их. Угу. Не буду сильно поливать, чтобы они немножко не совсем остыли. Чтобы они залишалися хрусткими, да? Да, про да, те, да. Что мы говорили с вами. Да. Такі собі драники по весінньому. Ну, а наша страва вже готова.
Ірина Федоровська. Олександр Чхело, готуйте разом з нами. Ваші ранки будуть по-справжньому смачними. Ми йдемо смакувати, ви готуйте вдома. Обов'язково ще зустрінемось. До нових зустріч!